Вот уже который год мероприятия внедорожного клуба «Свои» посещают пилоты из Рязани, Москвы, Коломны и других городов Центрального федерального округа. Этот этап год от года именуют веткой «Сакуры». Именно в этот период она цветет. Заявки на путь «Самурая» были поданы сразу в нескольких классах. Наша команда выступала на автомобиле «Рено Дастер» в классе гражданских внедорожников «Кохай». Ура! Мы победили! Но не до конца! Наталья, вот ты упал! Этот класс считается самым легким, ведь другие классы – это подготовленные тяжелые внедорожники с лебедками и другими техприспособлениями для преодоления препятствий. Задача гонщиков – собрать максимум маяков, найти которые нужно по показаниям GPS-навигаторов. Нашел, докоснулся до маяка и до машины руками, сфотографировали. Дальше по этому фотоотчету судьи сделают выводы. На соревнованиях ветка «Сакура» все друг другу помогают. Несмотря на момент состязательный, люди вытаскивают друг друга из вот этих вот сложных ситуаций, что, безусловно, добавляет позитива самому соревнованию.